Во всех субъектах России в эту субботу прошла акция «За мир». В знаковом месте каждого субъекта страны хором исполняли известную советскую песню «Хотят ли русские войны». В Тверской области местом проведения выбрали город, известный на всю страну. Тверская область присоединилась ко всероссийской акции «За мир». Хоровые коллективы исполняют всем известную советскую песню «Хотят ли русские войны». У нас эта акция проходит в знаковом месте – Ржевском мемориале советскому солдату. Сотни представителей хоровых коллективов со всего Верхневолжья исполняют эту композицию. Среди коллективов, представлявших самые разные муниципалитеты Верхневолжья, и детский хор Тверской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского. Ее руководитель Анна Ишиева отмечает, что они сразу же откликнулись на предложение принять участие в этой акции. Патриотизм есть, был, никуда он не может деться, и в сердцах наших детей он ничуть не меньше, чем в наших. Потому что эта тема всегда наша, она русская, она вечная. Репетиции во всех хорах, участниках акции, шли все последние дни. Дети отмечают, что эта песня потрясла их. Написанная не одно десятилетие назад, она абсолютно актуальна до сих пор. Все мы против войны, и война – это плохо. Люди в это время умирают. Нам нужно поддержать тех, кто сейчас воюет, и чтобы все было у всех хорошо. Среди участников акции немало представителей и старшего поколения. Для них фраза «лишь бы не было войны» – не пустой звук. Мы с удовольствием споем с таким огромным количеством хоров, с удовольствием под руководством Кружкова исполним это произведение и будем надеяться, что вот, может быть, наш возраст передаст молодежи то настроение, тот характер, который хранит Ржевская земля. В акции «За мир» принял участие и один из самых известных тверских исполнителей – Кирилл Суслов. Позапрошлой зимой он прославил Верхневолжье, участвуя в шоу «Голос», где его прозвали русским Элвисом Пресли. Теперь он с радостью принял участие в акции «За мир», отметив, что для него это большая честь – исполнить известную композицию. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашины полей. По итогам акции «За мир» будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения. Видео появится на различных платформах в интернете, а также в эфирах телевидения и на различных площадках 8 марта.